Привет, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Демон, имя которому смерть, стоит за всеми преждевременными смертями верующих. Обычно в этом случае происходит трагедия. Фатальные аварии, необъяснимая болезнь, самоубийство и даже убийство как таковое. Когда вы поразите этого демона, вы станете больше, чем победителем во всех сферах вашей жизни. Хотите узнать, как его одолеть? Вы скоро узнаете. Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Для кого-то это новая сфера, кто-то уже понимает, о чем мы. Я хочу уверить вас, что это крайне важная информация для нашей безопасности в эти последние времена. Бекки Дворак, дай, пожалуйста, определение этому мерзкому демону смерти. Дух смерти — это демон. Он смертельно опасен. Его цель — украсть, убить и навредить нам любым способом. Ты можешь привести несколько примеров, как он действует? Дух смерти атакует человека, у которого найдена редкая неизлечимая болезнь, или это болезнь, которая возвращается снова и снова, и человек никак не может от нее избавиться. Людей посещают мысли о самоубийстве или желание убить кого-то. Сюда входят и аборты. Иногда людей охватывает сильный страх. Все это делает с людьми дух смерти, и они знают, что это демоническая атака. Это действительно атака. А как он приходит к людям? Дух смерти очень хитрый. Он ищет человеческие слабости, чтобы войти в жизнь человека. И если вы слабы в какой-то определенной области, он начнет бить в эту точку. Негативные эмоции определенно открывают дверь духу смерти. Что первое, мы должны делать, понимая, что происходит что-то ненормальное вокруг. Что нужно делать? Мы должны взять над этим власть и отречься от этого, отрезать это от нас во имя Иисуса. Как это сделать? К примеру, вы кладете руку на свое тело и говорите: «Во имя Иисуса я отрекаюсь от духа смерти. Я приказываю ему убраться из своего тела, и я высвобождаю дух жизни во имя Иисуса». Многие люди учат чему-то на основании Библии. Бекки же учит на основании того, что она пережила на собственном опыте. К сожалению, она никогда не слышала об этом от кого-то. Ты служила на миссионерской ниве, и тебя поразил худший тип заболевания тифом, который только существует, хотя мы думали, что все эти болезни в прошлом, и ты ведь даже не представляла, как с ним сражаться. Да, я совершенно не знала, как с этим бороться. При тифе разные симптомы снова и снова приходят в твое тело. Высокая температура, острая боль. Это полностью истощает и забирает все силы. У меня была самая худшая, четвертая стадия заболевания. Я не знала, что мне делать, как мне этому противостоять. Я не знала того, что знаю сейчас. Я помню, я лежала в постели, в спальне, и пришла к той точке, когда я больше не хотела бороться. Я произнесла: «Бог, забери меня домой». Как только я произнесла эти слова, я услышала, как Господь сказал мне, и это прозвучало в форме упрека: «Вставай, встань и оденься». И это именно то, что мне нужно было услышать. Потом я снова услышала голос Господа, но уже не в форме упрека, а в форме ободрения. «У тебя получится, ты сможешь, встань с постели и оденься». Кое-как я смогла сползти с постели, и затем я ползла по полу. Я собрала все свои силы, чтобы доползти до шкафа с одеждой. У меня это заняло очень много времени,
Но все же я смогла одеться. Я применила все усилия, чтобы открыть дверь, и это мне удалось. И с тех пор я ни разу не сражалась с Тифом. Он не возвращался ко мне. Он ни разу не возвращался. Не было никаких симптомов Тифа. Да, я помню, мне было очень сложно, но уверяю вас, что с каждым шагом мое тело приходило в норму, в мое тело возвращалась сила. Да, мне было тяжело, но я это сделала, и больше он не возвращался. Вы слышали историю Бекки? Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. И повторю это снова, никогда не сдавайтесь. Аминь. Итак, Бекки научилась этому самым сложным путем, пройти который она не желает никому. Но желание ее сердца научить вас заранее. Расскажи о родителях трехлетней девочки, которых ты наставляла. Да, я постоянно получаю молитвенные просьбы от людей, и я стараюсь по мере возможности ответить всем. Одна пара из Америки написала мне: «Мужчину зовут Виктор, у них была трехлетняя дочь. Девочка уже 7 месяцев страдала от эпилепсии. Эти приступы были настолько сильными, что не помогали никакие лекарства. Он связался со мной по интернету, рассказал о своем отчаянии. Я помолилась о нем, об этой ситуации, и затем сказала ему, чтобы он отрекся от духа смерти и высвободил дух жизни. Я часто учу людей с эпилепсией, что эти приступы бывают смертельно опасными, чтобы они пророчествовали своему разуму во имя Иисуса, чтобы они стерли все пути, по которым проходят эти приступы, чтобы все эти тропы в мозги были ликвидированы и приступы были невозможны во имя Иисуса Христа. Чтобы они молились о том, чтобы дух смерти, дух преждевременной смерти, этот дух эпилепсии, убрался прочь из их тела во имя Иисуса Христа. Они должны так молиться. Это важно. Даже когда ты это произносишь, я чувствую, что-то происходит. Да, аминь. Слово никогда не возвращается тщетно. Итак, я сказала, чтобы он начал это провозглашать, что бы ни происходило и как часто ни приходили бы приступы. Я сказала, чтобы он продолжал провозглашать это вслух. Через 7 дней он написал мне: «Я хочу поделиться с вами нашим свидетельством». Это произошло сразу же. Но я ждал целую неделю, прежде чем написать. У нее больше не было ни одного приступа, они исчезли. Эту женщину научил сам Бог, чтобы она могла научить других. Ты написала молитвы против разных типов болезней, и это чудесно. Я знаю, нас смотрят люди, и некоторые из них сейчас находятся в больничных палатах. Они сражаются с духом смерти. Ты не могла бы, глядя в камеру, дать им совет? Ведь многие из них уже отчаялись. Наставь их, что им нужно делать для победы. Я говорю вам сейчас во имя Иисуса. Никогда не сдавайтесь. Какой бы ужасной ни казалась ваша ситуация, каким бы плохим ни было медицинское заключение, никогда не сдавайтесь. Научитесь выбирать жизнь. Сделайте выбор сражаться и побеждать. Возложите на себя руки и отрекитесь от духа смерти. Отрекитесь от этой болезни и прикажите ей убраться из вашего тела во имя Иисуса. И затем высвободите дух жизни, и пусть исцеляющая сила Святого Духа течет в ваше тело. Но прежде всего вы не должны сдаваться. Я прочитал истории людей, которых ты обучала. Однажды ты ехала на автомобиле в Гватемалу. И по трассе ехал водитель грузовика, который был, ну, прям скажем, не в себе. Пожалуйста, расскажи эту историю о сумасшедшем водителе.
Да, это случилось много лет назад, когда мы только начали жить в Гватемале. Мы ехали в Гватемалу и проезжали через Мексику. Это была трасса, по которой ездят грузовики, трасса вдоль Мексиканского пролива. По дороге ехал сумасшедший водитель грузовика. Местность была холмистой, но я знала, что мне нужно ехать именно по этой дороге. Когда водитель грузовика увидел, что за рулем женщина, поскольку в то время это было не так распространено, его это зацепило. Увидев меня, он начал надо мной смеяться. Он нажал на газ и стал ехать все быстрее и быстрее. Он делал это специально. Я это поняла. Ты пыталась объехать? Да, удалиться от него. Но он ехал быстрее тебя. В тот момент с холма на встречной полосе показался другой грузовик. Тот парень его увидел и начал еще больше надо мной смеяться. Но я еду на большой скорости, и у меня нет возможности увернуться. Я не могла избежать столкновения. На том парне, я должна сказать, был дух смерти. Он вел себя как одержимый. И вот с холма спускается грузовик. Он ехал вниз и набирал скорость. В то время я не знала того, что знаю сейчас. Я просто знала, что у меня есть Бог, и что Он любит меня и заботится обо мне. А этот сценарий был точно не от Бога, а от сатаны. Это все, что я знала в тот момент. Грузовик приближался, и водитель сигналил. И дальше я увидела очень яркую вспышку света. Это было удивительно. И это была действительно огромная вспышка света. И следующее, что я увидела, мы были очень далеко от того человека, словно вообще ничего этого не было с нами. У меня нет другого объяснения этому, кроме того, о чем я читала в Библии, о перенесении в духе. Вы знаете, что происходит, когда вы умираете? Бекки испытала это на себе. Она умерла. Она объяснит, что происходит, когда мы умираем. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Вы знаете, что если вы поразите дух смерти, то все остальное покажется вам детским лепетом, и метод во всем этом один и тот же. Дух смерти еще не раз пытался атаковать Бекки. А теперь расскажи нам о том времени, когда ты и вправду умерла. Да, я помню, в то время я была в Гватемале. Сразу хочу сказать, что мы должны спрашивать Бога, почему дух смерти меня атакует. Спросите Бога, что происходит, и Он вам все откроет, откроет все тайное. Враг на самом деле нас боится, он нас боится, поэтому он желает от нас избавиться, чтобы мы не исполнили свое предназначение. Итак, что происходит, когда мы умираем? Мы уже говорили раньше о том, что у человека присутствует страх смерти. Люди вообще не понимают, что происходит. И я сейчас говорю не о Божьих людях. Что касается верующих людей, вы должны знать, что Иисус забрал у смерти ее жало. Когда это происходило, когда мой дух поднимался над моим телом, я лежала в постели и испустила последний вздох. Как только мой дух вознесся над телом, я вдруг поняла, что стою в славном свете над своей постелью. Господь позволил мне Ему поклоняться, и я просто стояла и поклонялась Ему. И вдруг я посмотрела в сторону и увидела, что над кроватью сидел Иисус, практически в стене. И в следующий момент я уже сидела рядом с Ним, тоже в стене. Я могла видеть сквозь стены и слышать все, что происходит вокруг. Я увидела, что мой муж молится в ванной, он взывал к Богу о моей жизни. В тот момент я взглянула на Иисуса Христа, а Он смотрел на меня как бы из-под лобья.
Я сказала, мне еще не время уходить. Кто же призовет меня снова вернуться в мое тело? На что Иисус ответил, «Ты сама и призовешь». Я сказала, «Что ж, хорошо». Это было так, словно Иисус, сам Бог, учил меня. И я сказала, «Хорошо, во имя Иисуса я приказываю своему духу вернуться в свое тело во имя Иисуса». И потом я проснулась, и было уже утро, и ко мне в тот момент пришло осознание, и это вызывает во мне слезы и сейчас. В тот момент я знала, что могла быть уже с Иисусом в вечности, могла. Но все же я знала, что Он хотел, чтобы я выбрала жизнь на этой земле, для того, чтобы я могла исполнить свое предназначение, которое я тогда еще даже не начала исполнять. Расскажи о колдуне, который хотел тебя убить. Колдун, да. Мы иногда боимся дьявола. Мы забываем, что Иисус в нас больше того, кто в мире. Аминь. Я была в Северной Танзании, и я служила там в племени Масаи целую неделю. Раньше я ездила туда по два раза в год. Я служила людям, живущим в глуши. Я вышла к кафедре. Я хотела рассказать людям об искупительной крови Христа. Было удивительно. Удивительное Божье присутствие. И многие люди вышли вперед, чтобы получить исцеление. Каждый из них ожидал, что я подойду и возложу на них руку. Для этого они пришли сюда по жаре, и многие из них проделали очень долгий и тяжелый путь. Я помню, как я возложила руку на первую женщину, и под действием силы Божьего исцеления она упала. Потом, перед тем, как возложить руку на вторую женщину, я увидела краем глаза мужчину с острой палкой в руке. И я заметила, что он приблизился ко мне слишком близко. Я как раз собиралась возложить руку на вторую женщину, вдруг внезапно он оказался прямо передо мной. Он напоролся на меня и тут же отлетел на далекое расстояние. Люди даже расступились, потому что он пролетел. Летел сквозь них. Он пролетел по воздуху и упал спиной на землю. Он упал замертво. Я возвала: «Иисус, помоги мне! Человек умер прямо посреди служения исцеления». Я подбежала к нему. Я была настолько удивлена случившимся, я подбежала к нему и прикоснулась к его телу. Казалось, он был мертвым уже долгое время. Его тело было холодным и застывшим. Это было странно, как будто бы он умер уже очень-очень давно. Я сказала: «Дух смерти, я запрещаю тебе во имя Иисуса. Я приказываю тебе вернуться к жизни». Но ничего не произошло. Я подумала: «О Господь, я евангелист и провожу служение исцеления. Это кошмар какой-то». Прямо на исцелении умер мужчина. Помоги мне, Господь. И я даже смутилась. Я не могла понять, почему так происходит. Я снова возложила на него руку, и я сказала: «Я приказываю тебе, дыши во имя Иисуса». И он сделал глубокий вдох. Потом он начал кататься по полу, и из его рта шла пена. Началась проявляться демоническая активность. Бесы выходили из него, а я стояла и смотрела на все это. Ко мне подошла женщина и сказала: «Неужели вы не знаете, кто это перед вами?» Я сказала: «Нет, не знаю, а кто это?» Она ответила: «Он колдун!» И я подумала: «А, теперь все ясно». В то утро, перед тем, как служить людям весь день, я помолилась особенной молитвой. Мы молились духом, и я услышала, что произнесла в молитве слова, которые никогда раньше не произносила, но с тех пор я всегда так молюсь. Пусть всякое проклятие и вред, который нам будут пытаться сегодня причинить, обратится на них. Пусть это послужит им уроком во имя Иисуса. Это буквально обратилось на него. Этот мужчина хотел наложить на нее проклятие, но отпрыгнул назад и умер. Я прошу тебя сейчас молиться против духа смерти.
против демона смерти, потому что я знаю, на тебе есть эта власть». Давай возьмемся за руки. Во имя Иисуса я прямо сейчас запрещаю духу смерти, выступающему против вас. Я провозглашаю, что ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Болезни, немощь, во имя Иисуса оставь их тела. Дух самоубийства, оставь их тела. Желание сделать аборт, я приказываю духу смерти убираться вон. В могущественное имя Иисуса. Ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Зло не подступит к вашему жилищу. Лживые духи да умолкнут. Дух смерти, выйди вон из этих людей прямо сейчас. Аминь. Но потом, на следующий день, она нанесла визит этому колдуну. И что же там произошло? Да, вместе с переводчиками я пошла к нему домой на следующий день. Я хотела дать ему возможность, если он захочет, получить рождение свыше. Я зашла в его хижину и сказала: «Здравствуйте, я Бекки, вы меня помните?» Он отводил глаза. Он боялся на меня взглянуть. Ему было неловко по поводу того, что случилось. Он понимал, что действовал в силе, которая уступает силе Иисуса, в которой действуем мы. Я дала ему возможность получить рождение свыше, но он сказал: «Я не могу сделать того, о чем вы меня просите». Я спросила, почему. Он ответил: «Другие колдуны уже приходили ко мне и грозили убить, если я отдам свою жизнь Иисусу Христу». Эти колдуны были выше рангом. Я пыталась за него помолиться, но он сказал: «Я не могу этого сделать. Мне угрожали, что придут и убьют меня». Я сказала: «Хорошо, я просто расскажу вам, как получить рождение свыше». И я перечислила все, что нужно сделать. А потом мы вышли из его хижины. Рядом с его хижиной стояло несколько его жен, потому что у них там было многоженство. Вокруг стояло много его детей и внуков. Он проводил меня до дверей. Они слышали все, о чем мы говорили в хижине. Они сказали ему: «Мы не хотим то, что есть у тебя. Нам не нужно твое наследие. Мы хотим Иисуса, о котором говорила эта женщина». Получилось целое соревнование между злом и Богом. Хотя результат предречен. Победа за нами. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я доктор Фрэнсис Майлз. Я получил от Бога мощное откровение и научу вас, как перейти на новый уровень через молитву прорыва и через власть царства. Не пропустите следующую программу «Это сверхъестественно» с Идом Ротом. А вы узнаете, как свергать замыслы врага и войти в полноту вашего предназначения в Царстве Бога. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.
Когда Гитлер пришел к власти, маленькая еврейская девочка была отправлена в концлагерь. Там она мучилась, трудилась как рабыня и почти ничего не ела. Больше сотни ее родных были жестоко убиты. Когда она обрела свободу, горечь переживаний вызвала столько болезней, что она перенесла 27 операций. Затем она обнаружила откровение, которое полностью изменило ее жизнь. Окончание этой реальной истории вы найдете на сайте, указанном на экране. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную копию книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.